Это не что иное, как пахучие прекрасные лепестки роз. В этом запахе я ощущаю намек на то, что я настоятельно ищу, на неимоверную легкость бытия. Вот, вот этого мне не хватает, и это я пытаюсь найти. И я чувствую, что где-то здесь рядом эта самая неимоверная легкость бытия, она есть. И вот тут, в этом городке Террор, где сегодня происходит праздник священной сосны, и также, естественно, явление там Девы Марии, вот, конечно же, в аборигенской одежде, в деревушке Террор. Причем название Террор почему-то, мне уже сказали, что это не из испанского языка, а из языка аборигенов. Вот люди обсыпаются священными лепестками. Вот. И это даже дети вот так вот настойчиво собирают эти лепестки. Это почему-то напоминает мне осень. Это я тоже наверное, так сделаю. Классно. Я тоже. Классно. Удивительно. Да, розы, лепестки, слово террор, которое, говорят, не террор вовсе, явление святых дев у священных аборигенских деревьев, такой соединение религий. Ну и, естественно, толпа людей. А вот и храм, построенный в честь этого события. Сейчас посмотрим на это священное дерево, возле которого явилась та самая Дева Мария в аборигенской одежде. Вот интересно, это вот это дерево или вот это? Это на сосну не похоже. Сколько? А где está esto pino? Где apareció? Dicen esto es. А я, Рася. Он сказал, что вот там появилась эта самая женщина, которую посчитали Девой Марией. Вот. Это значит, народ толпится у входа в церковь, построенную в церкви явления. Вероятно, здесь было какое-то, если на самом деле священное дерево, вот это, то наверняка тут. Ого. Здесь получается целая очередь. Ничего себе. Ага. Тут не просто так все. А, aquí salida y entrada. Aquí salida. O aquí se puede entrar también. Acaba de terminar la misa y no sabemos si podemos entrar todavía. Ah, entiendo. ¿A dónde está Pino donde apareció la imagen? Allá. Por allá. Ajá. Gracias. Bueno, un rato voy a filmar iglesia. Короче, вот такие места здесь. Немножко шаманские, немножко христианские. Такое пересечение. Пересечение двух миров. Вон, вот так там. Священная штука. Вот. А вот и рынок. Сейчас. Ну, здесь, как всегда, всякие разные штучки. Надо было не идти сюда гадать на рунах. Что-то я не сообразил. Ну, ничего. Это же я только осваиваюсь на этом острове. Мне еще только предстоит научиться здесь жить. Уже вот это священное дерево есть. Вот это. Disculpa, este árbol donde apareció, ¿sí? Вот.
Вот священное дерево. Ага. Вот оно. Ничего себе деревце. Мощное. А к нему прикоснуться будет.